хочу. Нет, друзья, иди. Чего? Интегрентор заложил и все. И она сама. Она крутит и, да, и нагревает. Нагревает, когда нужно, ее накручивает, когда. За 3 часа получается хлеб. Ну, наверное, это надо закрыть по технологии-то. В открыт. А, там такой вот флажок, типа, и он крутит. Ну, я надо закрыть. Класс. И все. Ну, а там, типа, окошко, но через нее ничего. О, тишина. Mm-hmm. Это чтобы тесто село там. Ребенок. Ну, вообще. В окошке. Только окошко уже поломано. А вы отруби-то забыли. Так ничего, у нас там есть. Очень похоже на тесикры. Да. А нет, похоже на наполнитель для кошачьего туалета. Да-да-да. Да. Они еще и пахнут так сосной вкусно. А эти тоже вкусно. Ну, мне нравится, когда покупаю вот это, ну, Кирилл, так пахнет вкусно. Я погреблю эту штуку. Рома, я это ни разу не делала. Да я ем. Ты что, хочешь вместе с ним? Ну-ка, дай-ка, сними как-то. Звук-то разный. Да, не спеши. Медленно. Медленнее, медленнее. И можно повыше, потому что вот здесь. Сейчас ты по... Да-да-да-да. Когда ведешь прессовку, то... То не то. Больше добежать. То, все равно то. Вот. Классно, мне нравится. Вот-вот-вот. Уже. Класс. Не-не-не. Мне надо такую штуку. Мне она нравится. Хорошая штука. Ну, они, кстати, дешевенькие есть, кажется, у вас в городе. Ну, надо поискать. Потому что вообще, слушайте, гармонизирует организм хорошо вообще. Сразу такое настроение хорошее появляется. Вот. Поток, она как бы... Она просто крутит. Сама формирует поток. И можно не ждать потока, а делать самим. Что? Да так. О, она выключила, да?